снимите крышку, которая закрывает механизм натяжки цепи. Установите цепь на шину. Установите шину так, чтобы нижний болт натяжителя цепи находился по центру прорези направляющей шины. Наденьте прижимную крышку и не сильно затяните прижимной винт. Натяните цепь до необходимого уровня с помощью механизма натяжения цепи. Затяните прижимной винт. Перед началом работы электропилы залейте масло для смазки цепи. Устройство готово к эксплуатации.